6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой. Эта болезнь считается одной из главных причин слепоты. Оказывается, глаукома может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего она появляется после 40 лет. Как с этой болезнью борются в Чебоксарах, в нашем репортаже. Глаукома – одна из главных причин ухудшения зрения и последующей слепоты. Во всем мире от нее страдает около 100 миллионов человек. В России зафиксировано 1,5 миллиона больных. Считается, что примерно столько же уже больны, но даже не подозревают об этом. Один из симптомов – повышенное внутриглазное давление. Но долгое время глаукома может протекать бессимптомно, не приносить неудобства и маскироваться под другие заболевания. В том и опасность этого заболевания, что глаукома, открытоугольная ее форма, она протекает без каких-то симптомов на самых ранних, на начальных ее стадиях. То есть пациент может никак не ощущать, что давление повышено, что идут какие-то изменения в глазу до тех пор, пока не начнет значительно выпадать поле зрения. Или до тех пор, пока глаукома не начнет достигать каких-то очень высоких цифр и не будет сопровождаться болями в глазу. У Валентины Григорьевой глаукому обнаружили в 2011 году. Тогда же сделали операцию. С тех пор регулярно проходит обследование. Вот и сегодня она решила проверить состояние зрения. Сначала давление мерили. Плохо стало, что-то пленка была на глазах. Ну, сама так видела. И потом направили сюда, из районной больницы. И вот здесь обследование проходило сначала. Потом операцию назначили. После еще какие-то ухудшения были, и другие лечения назначили, консервативное лечение, лазерное лечение было. Но здесь отношение к пациентам самое отличное. Глаукома может появиться в любом возрасте, но в основном болезнь развивается у людей старше 40 лет. Факторами риска являются дальнозоркость или близорукость, мигрени, сахарный диабет. Предрасположенность к глаукоме также может передаваться по наследству, но болезнь поддается лечению. Главное вовремя заметить и не игнорировать советы врача. 5 марта в МНТК микрохирургия глаза пройдет бесплатное измерение глазного давления. Если будет обнаружено повышенное, пациенту предложат пройти полное обследование и дальнейшее лечение. На обследование необходимо предварительно записаться по телефону 48 25 86.